Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений House of Duke. У меня есть информация на сайте. И хочу поставить на вывод свои сатоши. 5084 у меня сатохи. Давайте переведем на русский и посмотрим, что они нам тут пишут. Минимальная сумма вывода будет увеличена до 3000 сатоши с 13 января. Мы достигли более 37 870 членов, зарегистрировано участников столько, из-за чего стало очень трудно отправлять небольшие суммы. Так, вот, минималка была 700 сатох. Вот. И смотрите, что еще они пишут. Также 8580 членов заявили о мошенничестве. Мы хотим предоставить чистый экран без всплывающих окон и коротких ссылок. Поэтому, пожалуйста, не нарушайте наши условия. Это начали делать, значит, что? Мультиаккаунты. Правильно, букс хороший, меня он зацепил, мне нравится, все хорошо. Вот такой щедрый, скажем так. И что еще? Давайте я поставлю на вывод. Вот такая вот информация. По поводу вывода тоже хочу сказать несколько слов. Нажимаю «Изымать». Вывод производится один раз в 7 дней. У меня вчера было 7 дней, это поздно вечером. Я не стала ставить на вывод. Поэтому смотрите. Так, если вы снимаете небольшие суммы, читайте внимательно, что здесь пишут. Пожалуйста, убедитесь, что ваш биткоин-кошелек принимает небольшие суммы. И они рекомендуют блокчейн Coinbase. Так, настольный кошелек Electrum какой-то и так далее. Вот. Вывод средств будет осуществлен в течение 2 рабочих дней. Вот. Я пользуюсь Coinbase. И я могу выводить на Coinbase хоть одну сатоху. А вы смотрите, какой вот порог минималки. Например, на Pair, если вы берете биткоин адрес Pair кошелька, там минимум, по-моему, от 100 тысяч. Если вы выведете там 700, минималка была, или вот сейчас как 3000 минималка, ваши биткоин-сатошики, они не дойдут, друзья. Да, они выведут, будет как бы выведено, написано, но в кошельке их не будет. Поймите это. Так что смотрите, какой у вас кошелек. Или же набирайте минималку. Значит, далее я нажимаю биткоин. Кошелек, адрес у меня уже прописан. Как это, у меня уже второй это вывод. Так. И что? Комиссия за снятие средств 6%. Процентов плюс 70 сатош, что это такое, вот не пойму. Значит, итого я получу 4708 биткоин сатошиков. Так выходит. Ну ладно, нажимаю отправить. Ваш запрос на оплату был успешно отправлен. Спасибо за использование наших услуг. Все замечательно. Возвращаюсь в мой аккаунт. Значит, здесь снизили у нас как бы также вот сбор. У нас здесь вот теперь минималка. Вот здесь можно делать вот это вот 50 кликов только на бесплатной основе, друзья. Здесь дают от 6 до 20 сатош за претензию. Я смотрела, у меня по 6 сатошиков. И вот по 6 сатошиков так 50 раз. 50 клеймов. И все. Значит, вот здесь от 18 до 50 сатош за претензию у меня выходит
там пишут 30 сатошек. Ну, неплохо. Значит, смотрите, здесь капча, друзья, она загружается на Google Chrome. Я смучилась здесь, конечно, это все собирать. Я, знаете, что сделала? Я перешла в другой браузер, залогинилась. Вот. И я духом просмотрела. У меня капча замечательно грузит. Знаете, я с какого браузера зашла? С этого Браво. Вот. У меня как бы скачан. Ну, он мне нужен для работы. Я на нем не зарабатываю. Кто-то, может, и зарабатывает. Вот. И я духом. У меня не было вообще никакой рекламы. Как мы знаем, там реклама много. Просто темный экран. Я кликнула, где там стрелочка, так это. У меня шкала загрузилась, капчу прошла. И я быстро-быстро это все прошла. А так я вот на Google Chrome мучилась. Капча то не загружается, то я 10 раз перезагружала страничку. В общем, очень это нудно было. И вот я просмотрела наконец-таки. Кому интересно, друзья, пользуемся, кто не здесь. Как просматривается, и у меня есть видео на канале, посмотрите. Через 2 дня мне придет вывод, и я запишу коротенький обзор о том, что мне поступил как бы вывод на кошелек. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить. До новых встреч!